Слово розой. Тебе Анюточка задала. Розой нужно написать или розой? Как найти окончание вот этого существительного? Как? Сначала нужно слово перевести в именительный падеж. Переводим. Давай, я буду писать, а ты переводи. Что? Роза. Пишем. Роза. Перевели. Дальше что нужно сделать? Роза. Нужно узнать, какой род. Узнаем. Анна, роза. Род? Женский. Женский род. Женский род. Хорошо. Дальше что нужно узнать? Третье действие. Третье действие нужно узнать склонение. Узнаем склонение. Справится или нет? Ну, давай. Пока он под подсказкой, ребята там быстрее узнавали бы. А Тимошка у нас еще в школу не ходит, а с ними программу 5 класса уже изучает с нами. Я так ему дала, он понимает, что такое существительное. Так, какое склонение, и теперь вот, да? Мы склонение уже с ним прошли, да? К какому склонению относится роза? На что мы сразу обращаем внимание? Все, понял. Понял, вспомнил, давай. Первому склонению. Первому склонению. Первое склонение, молодец. А-я. Правильно, существительное женского рода с а-я окончанием относится к первому склонению. Четвертое действие, что нужно, нужно сделать? Нужно опять перевести слово в свой род. Ну, в прошлый род. Род. Ой, не род, а падеж. Давай, переводи. В каком он был? Розой. В каком падеже было? Кем чем. Кем чем. Молодец. Какой падеж это? Ну, подсматривай падежи сзади. Подсматривай, ты их еще не выучил. Творительный. Творительный падеж. Находим там. Пока с подсказочкой. Творительный. Первое склонение. Ага. Творительный падеж. В каком доме? В бане. Бадхаус. Столов. Там только один столик. There is one table. In? In our bathhouse. И то мы на него садимся. In there. In your bathhouse. There is no beds in our bathroom. Стойте, стойте. Bathhouse. В бане есть два стола. Я перепутываю все время. Мы тут решаем уравнения устно, не расписывая их. И Тимофею понравилось очень сильно решать. Вот он второй решил, говорит, можно еще? Давай посложнее немножко. Хорошо. 10 минус 3. А, стоп. Какие 10 минус 3? Стирай. Давай. Нет, скобки зачем? Ну ладно, скобки давай. Скобки. Значит, x минус 5 плюс 3 равно... Сейчас. Равно 13. Тимофей, решай. Ой, 13. Как ты найдешь x? Сначала я сейчас 13 минус 8 делаю уже. А почему 13 минус 8? Я сначала 5 плюс 3. Нет, так и... нельзя решать. Как мы верхний решали все вместе? Сначала в скобках. Да. Сколько должно у тебя получиться в скобках, чтобы вышло ответ 3? Ой, 13. В скобках сколько должно получиться? С этим тебе сложнее. Я знала, что тебе будет сложнее, задала тебе более сложный. Там с плюсом все понятно, со сложением. Да. Рассказывай нам, о чем ты думаешь. Ну, сейчас я хочу 5 плюс 3. А зачем 5 плюс 3? Что тебе нужно узнать? Сколько у тебя ответ? Вот от чего?
13. 13, хорошо. Что нужно добавить к 3, чтобы получилось 13? 10. Так что у нас должно получиться в скобках? Сколько у нас получится? Что должно получиться в скобках? 10. 10. Как найти 10? Что нужно сделать, от чего что отнять, чтобы получилось 10? Ну тут минус. Да. Минус 5. Да. Так, сколько x, чтобы получилось 10? Получается 15, потому что еще от него отбавится 5. Отнимется. Будет 10, да. Ну, будет 10. Нашел ты x? Да. Сколько x? 15. Поздравляю тебя. Молодец, справился даже с этим сложным. Ты что, позируешь, Тимофей? Тимофей, ты что, позируешь? Страшно решать такие примеры? Иногда страшно, иногда нет. Иногда нет, но тот был со сложением полегче. У него 5 плюс x плюс 3 равно 10. Он быстренько его щелкнул. А вот этот посложнее, ему он путается, как найти вот это x. Что же нужно сделать? Сына, нужно понять, что в скобке должно получиться то число, которое при сложении с 3 получится 13, да? Да. И тогда мы смотрим, ага, что нужно, от чего нужно отнять 5, чтобы получилось 10. А вот если бы тут был плюс, то... Тогда вообще было просто. Бы, наоборот, нужно было бы, чтобы тут было 5. Да, тогда было 5, да. Да. Правильно, правильно, ты все понял. Все, Аня тебе даже салют написала, нарисовала. Поздравляем. Хорошо. Сейчас мы с вами быстренько повторим то, что мы с вами выучили. Тимофей, расскажи мне о подлежащем. На какие вопросы отвечает подлежащий? Кто что? Хорошо. Какой член предложения? Главный, второстепенный? Главный. Главный. Хорошо, чем выражен? Паша, не трогай. Местоимением и существительным, именительным падежем. Хорошо. Аня, сказуемая? Это главный член предложения. Отвечает на вопросы, что делать, что сделать, что делаю, что делаю и так далее. Выражен? Выражен глаголом. Паша, дополнение? Как подчеркивается, Аня? Как Тёма, как сказуемое подчеркивается? Подлежащее подчеркивается как? Подлежащее одной линией. Аня, сказуемая? Двумя линиями. Хорошо. Паша, дополнение? Дополнение. Это, дополнение выражено существительным в косвенных падежах. А местоимением нет? Ну, и местоимением тоже. Так, чем выражен? Существительным и местоимением в косвенных падежах. Угу. Подчеркивается? Подчеркивается тире, 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 тире. Хорошо, пунктирной линией называется она. Пунктирная линия. Хорошо, какой член предложения? Второстепенный. Хорошо. На какие вопросы отвечает? Вопросы падежей. Хорошо. А теперь посложнее. Кто из вас помнит, поднимайте руку, что такое определение, как подчеркивается, на какие вопросы отвечает? Определение? Да, определение. Это легко. Определение. Тимофей, вспоминай. Определение. Само название вспоминаем и какие мы подсказки к нему делали. Хорошо, Паша, определение. Определение. Можешь нас не говорить, как подчеркивать? Давай сам. Все, что знаешь о нем. А Аня об обстоятельствах расскажет. Подчеркивается волнистой линией. Отвечает на вопрос, какое, чье. Ага. Выражено прилагательным. Угу. Какое член предложения? Член предложения. Хорошо. Аня, обстоятельства? Обстоятельства. Что ты о нем знаешь? Предложение. Сашуня, не шуми, сына. Как я помню, обстоятельства выражаются наречием. Угу. Сашка, потише, пожалуйста. Да. Отвечает на вопросы. Так, наречие. Нет, обстоятельства. Чтобы было быстрее запомнить, обстоятельства. Помнишь, мы запоминали? Папа сказал только что. Как папа говорил? О заборе. О заборе. Где, куда, когда, откуда, почему, зачем, как и как долго. Ну, а подчеркивается? Пунктирной линии, только между линиями точки. Пунктирная линия с точкой. Пунктирная линия с точкой. Молодцы. Что сказать? Тест сдали. Чем занимаешься?
Учусь. Учишься? Да. Молодец. Тут Сашка учится. Тут мои ребята учатся. Сейчас делают с помощью интернета. Все вместе. С помощью соцсетей. Мы тут информатику начали учить в этом году. Молодцы. И Боря учит? А как же? У нас вся семья учится. Ну, Саша где-то бегает. Я знаю, Боря. Саша тоже учится. Боречка тоже информатику учит. Тоже информатику учит. Саша тоже учится. Где? Он в соседней комнате рисует. Не, ну я ему давала задание, да, рисовать, но я имею в виду информатику не учит. Я знаю, Боря уже к 2 годам будет, уже может сдать ЭГЭ. Да. Вот сейчас он через это работает. О, папа сейчас использует аппарат для передавания информации. Для передачи информации людям. Вам, зрители. Мы тут все передачи. Про информацию изучаем. Первый урок информатики у нас сегодня. Способы передачи, как воспринимаем и чем воспринимаем. А чем мы сейчас воспринимаем папу? Каким этим? Зрением. Зрением? Слухом. Слухом. Ну, осязанием нет. Я же ничего не говорил. Папа не воняет, не воспринимаем. Так, он зашел тут с ароматом. Обоняние. О, фу, обоняние, да. Так. Тишина в классе. Хорошо. Как разрушается гранит? Опыт первый. Это дети домашнее задание выполняли. Хорошо. Ну, давай Тимофей скажет. Давай с Тимофеем начнем опыт первый. Я нужно сначала нагреть гранит, потом резко опустить холодную воду. Возьмем доску, возьмем несколько гвоздей. Это тоже второй опыт. Нет, это первый. Опыт 2. Возьмем медный пятак, гладкую деревянную дощечку, пару гвоздей. Да. Давайте об этом опыту. Я не говорю. Возьмем, будем считать монетку медную. Возьмем досточку и 2 гвоздя. Угу. Вбьем 2 гвоздя, чтобы между ними могла пролезть монетка. Только угу. Чтобы не прикасались. Угу. Возьмем в щипцы монетку, в железную, разумеется. Нагреем ее под огнем. Ну, там можно с помощью там. Нагреть ее, да. Да, нагреть ее. Потом попробуем просунуть между гвоздями. Она не просовывается, потому что расширилась. Да, она от нагревания расширилась. А потом дальше. Охладим ее, и она обратно просунется. Угу. То есть проделали такие опыты, да, и оказалось, что тела расширяются при нагревании, они становятся mm-hmm. чуть больше. Хорошо. А гранит? Гранит. Что происходит с ним? Его Когда нагревается? Внешние части расширяются больше, а внутренние меньше. Внешние части угу. сужаются больше, а внутренние меньше. И что он происходит? И поэтому он туда-сюда, и растрескивается, да? Это как в гитаре, очень много. Хорошо. А может, я тоже что-то сказала? А первый опыт о чем нам рассказал? Давай, Аня, начнёт. Я расскажу. Давай. Когда кусок гранита проволокой нужно обмотать. Ну? Обмотаем его проволокой, нагреем. На конце проволоки, там будет уже конец, обмотаем бумагой и возьмем рукой его, да? Нагреем его, потом охладим, нагреем. Быстро опустим его. И быстро опустим его в холодную воду, потом опять нагреем. Угу. Если так сделать несколько раз, то увидим, что он начинает трескаться. То есть гранит разрушается, в принципе, от нагревания охлаждения, да? Угу. Что? Подожди, я же еще не сказала, что сказать. Что еще очень сильно влияет на растрескивание гранита? Тихонько. Ты? Ты не влияешь, ты что? Хорошо, давай. Одни частички расширяются. Какие частички? Одни частички. Начнем сначала. Гранит состоит. Гранит состоит из полевого шпата, слюды и кварца. Некоторые части. Зерна камня, зерна. Части, камня, например, кварц нагревается там так, по одному, да. Да, как зерна кварца. Да, да. Так, будем говорить зерна. Одни зерна расширяются больше, а другие меньше, и между ними образуются маленькие щели. Эти щели потом соединяются в много больших, и камень трескается. То есть, если короче сказать, то на разрушение гранита еще влияет то, что одна горная порода
быстрее нагревается, вторая меньше. И это образует трещины. Определенно, да, трещины, и гранит трескается, да, проходит, покрывается трещинами и крошится. Ребята в комнате обучаются. У нас есть урок такой, как мультики на английском языке. И вот они сидят, смотрят мультики на английском языке. Понимаете что-то? Да. Я нет, потому что я не учу английский. Ну, Тёма английский человек не учит, английский не учит, но он с ними слушает. Здесь так, в основном, очень быстро говорится. А, быстро говорится? Слова мы не понимаем. Ну, включайте тогда те, которые понимаете более-менее, какие-то диалоги. Понимаешь? Ну, саму суть понимаете? Да. Ну, это главное.